Всенародный референдум по проекту нового основного закона начинается в Египте. Голосование внутри страны продлится 2 дня. Проект основного закона содержит 247 статей. Если документ будет одобрен, он запретит создание политпартии и ведение политической деятельности по религиозному принципу, а также оставит страну без верхней палаты парламента. Власти предприняли чрезвычайные меры для обеспечения безопасности хода голосования. Охранять участки будут свыше 400 тысяч сотрудников полиции и военных. По данным Высшей избирательной комиссии, в голосовании смогут принять участие более 52 миллионов граждан. Результаты объявят спустя 72 часа после закрытия избирательных участков.